1 октября свой день рождения отмечает радиостанция «Дважды два». В эфире они уже 19 лет. Кстати, дата празднования выбрана не случайно, ведь именно 1 октября во всем мире отмечается Международный день музыки. А в этот день рождения студия вместе с ее ведущими на 3 часа переместилась в одно из массовых заведений Ульяновска – торгово-развлекательный комплекс «Аквамолл». 3 часа прямого эфира сопровождались постоянным интерактивом со слушателями, а в этот день они стали еще и зрителями, которые не могли пройти мимо центральной сцены торгового центра. Именно оттуда и вещали всеми любимые ведущие программ «Радио дважды два». Вообще это происходит с нами впервые, поэтому мы все чуть-чуть волнуемся, но очень рады такой возможности побывать не только в закрытой студии, где нас никто не видит, и мы творим там, что хотим, но и вынести часть нашей профессии и нашей работы на показ. Именинники принимали поздравления от посетителей «Аквамолла» не по телефону, а воочию. Все, кто хотел поздравить коллектив радиостанции, читали стихи, пели песни и отвечали на вопросы викторины в прямом эфире, за что получали подарки от самих виновников торжества. А те, кто родились дважды два в один день, смог занять свободное кресло рядом с ведущими в качестве гостя программы. Учитывая то, что у меня сегодня день рождения, все супер, больше нет слов. Это было очень неожиданно, я была в шоке, это очень волнительно. Потому что я люблю такие мероприятия, это очень весело, интересно, тем более нашему радио столько лет, и мы всегда вместе слушаем его, отлично. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».